Шаббат шалом и хак самеах, община Маем Зурмим, с праздником Рош ха-Шана. Приветствую всех в этот раз из Иерусалима, с Елеонской горы, из молитвенного дома, где проходит всемирная конференция онлайн, к которой подключается более чем 140 стран и около 3000 делегатов, которые собрались вместе для того, чтобы молиться за спасение израильского народа, для того, чтобы стоять в проломе за еврейский народ и поддерживать Израиль молитвами своими, своим присутствием. И слава Богу за таких братьев и сестер, которые мы имеем в поддержку для нашего народа. И сегодня я хотел бы поделиться Парашат ха-Шавуа. У нас праздник Рош ха-Шана, поэтому я зачитаю текст из чисел, 29 глава, с 1 по 6 стихи. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, 0,2 части ефы на овна и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияния их по уставу в приятное благоухание Господу». Амин. Я уверен, что Ребе будет еще говорить про праздник, и он уже делился словом про труб, значение труб и праздник Рош ха-Шана. Я тоже хотел бы коснуться этого праздника, но только косвенно, непосредственно из прочитанного текста, который говорит нам о том, какие жертвы нам необходимо приносить в этот праздник. Тему я назвал «Задушающий пса и приносящий свиную кровь». Итак, в нашем тексте мы видим разные жертвы, включая хлебное приношение. И сверх этого нужно было еще принести козла как жертву за грех. Конечный результат всех этих жертв – это то, что Бог ожидает во всем вот этом служении жертвоприношений, то есть то, что должно быть на выходе. И мы читаем это приятное благоухание. Дважды об этом указывается во втором и в шестом стихах. Это благоухание возможно было достичь только после того, как все было выполнено в точности по Слову Божьему, и тогда, когда все доведено до конца. Теперь, на иврите слово благоухание – это «реах». Запах. Это очень похожее слово на слово или со словом «руах», «дух». И одно из еврейских толкований или интерпретаций вот этого словосочетания переводит «приятное благоухание» как «ароматный дух» или «удовлетворенный дух». Смотрите, как выходит. Все наше служение Богу – это в первую очередь для нас. И если после всех моих жертв у меня остается неудовлетворенный дух, нету вот этого приятного благоухания, то что-то неправильно в моем служении Богу. Вполне возможно, либо я что-то делаю не совсем по Слову Божьему, либо, может быть, служу как-то не до конца или не до конца довожу эту жертву Богу. И может даже от этого возникнуть обратный смертоносный запах. Почему? Я хочу открыть Исаия, 66 глава, и зачитать с 1 по 3 стихи.
Так говорит Господь: небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Я хочу на секундочку остановиться. Мы видим, что Бог тут тоже желает, как результат, видеть не просто наши жертвы, а через наши жертвы увидеть сокрушенный и смиренный дух. То есть очень схоже с текстом из чисел 29 глава, который мы зачитали, где результат жертв должен быть здоровый и удовлетворенный дух. Теперь третий стих. «Заколающий вола то же, что и убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них». Остановлюсь здесь. Аминь. И так далее. Там дальше идет большой список. Да? Итак, мы видим, что те, кто через служение Богу, которое является для каждого из нас возможностью приобрести вот этот здоровый, удовлетворенный, сокрушенный дух, я это все ставлю в одну категорию, если при этом служении люди получают больной дух или неприятный запах, да, вот как вонючий запах, или как это бывает от зарезанной собаки, да, или свиная кровь, ну, в буквальном смысле это как представляет как будто вонючий дух человека, да, может быть, не очень красивое выражение, но, скажем, вот неприятный запах, да, то на самом деле, имея такой выход в своем служении, вот такой результат, эти люди не служили в действительности своей Богу, а служили чему-то другому. Они, принося кошерное животное, находились в некошерном состоянии. Представьте, человек, вот как здесь в тексте написано, приносит агнца, а в духовном мире Бог видит, как будто человек снял и принес голову собаки. Или приносит хлебное приношение, снаружи все выглядит нормально, а на самом деле он приходит и приносит это с мотивами, которые приравниваются к свиной крови, то есть к нечистому. Напомню, что пес и свинья – это самые нечистые животные по иудаизму, потому что свинья валяется в собственной грязи, а пес съедает свою же блевотину. Поэтому если у человека нездоровое состояние при всем его служении, которое он совершает, то значит он ходит с некошерным или, по-другому сказать, с непригодным, потому что слово «кошерно», «кошер» означает «пригодное». Да, если это к пище, то это пригодная пища, значит. Но это, в принципе, можно употребить к другим вещам. То есть человек ходит с непригодным нутром для служения Богу. Сколько сегодня, друзья, есть много различных, огромных служений, которые выглядят вот как будто куча животных принесли в жертву, да, и как бы создается такое впечатление, что действительно очень духовное и мощное служение. Но на исходе Бог хочет видеть не больные, но здоровые души. И если выходит из этого служения ненормальное, или человек с ненормальным состоянием, с больным состоянием, да, то это не угодно Богу. Такому человеку нужно пересмотреть вообще все свои мотивы и свое состояние по отношению к Творцу. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом новом году.
И, братья и сестры, мы все знаем, что Роша Шана, вот Роша Шана – это отчет 10 дней до Йом-Кипура, это 10 дней благоговения пред Богом, когда мы готовим свое сердце к покаянию перед Богом за все неправильное, возможно, то, что мы сделали в этом году, и все правильное, что мы, может быть, не сделали и должны были сделать. Поэтому вот это слово, которое Бог положил на сердце, и с которым я обращаюсь ко всем нам, да, это для того, чтобы мы смогли вот в течение этого времени и входя вот в этот Новый год, смогли переосмыслить и переоценить свое состояние, свои мотивы и увидеть, если есть что-то нечистое, что является причиной вот этого неприятного запаха или больного состояния моего духа. Казалось бы, человек вроде служит Богу, да, посвящает свое время, даже посвящает свои деньги и не занимается какими-то там мирскими делами, но я имею в виду там идолопоклонство или служение другим каким-то богам. То есть вот служит Богу и все равно ходит с больным состоянием. Нужно перепроверить свое сердце. Нужно посмотреть, есть ли мое состояние, оно пригодное или кошерное для Бога или нет. Поэтому пусть Бог благословит нас. И давайте, братья и сестры, действительно будем смотреть глубоко в свое сердце, как мы служим Богу и зачем, с какими мотивами. Всем шалом, шаббат шалом и всех благословляю во имя Иешуа.